Фред, что скажешь по парню? Как тебе тема фазировка развития? До конца, если можно. Спасибо, значит, посмотрим. Да, он нормально валит. Особенно мне интересно, кто записал сзади ритм. Потому что ритм сзади прикольный. Он же или не он? Сзади прям гвоздит гитара. Прям такое все бьет. Не все мне бенды нравятся, но остальное прикольно. Да, прикольно. Если он, видите, сбоку написано «Restart», «Cover Band», «Live Promo». Что такие ребята будут играть именно или у звезд, или в кавер-бендах?